С 15 августа по 15 сентября берестейские водители, а по совместительству и родители, могут отправить фотографию своего ребенка на электронную почту областного управления ГАИ. Адрес можно найти на официальном сайте подразделения. Однако это должны быть не просто фотоснимки. В период времени с 15 августа по 15 сентября на сайте госавтоинспекции объявлен конкурс «Автобэби», в котором принимают участие детки в возрасте до 14 лет, которые переводятся в салоне транспортного средства. То есть основное требование к проведению данного конкурса – это творческий и неординарный подход. Потом будет выбираться лучшая фотография, которая в качестве приза будет размещаться на центральных улицах в качестве социальной рекламы «Бигборд». Кроме того, с 18 по 22 августа сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил перевозки детей в салоне транспортных средств. Безопасность вашего ребенка в ваших руках.